Эй, на здоровье, полковник! О! Хорош уже, сколько можно, блядь, все, хватит. Что? Эй! У нас гости! Приготовиться! Приготовиться! Давай к рации, вызывай подкрепление! Это еще что такое? Они в грузовых отсеках! Идут сюда! Держи двери! Это американцы! Они приближаются! Приготовиться! Не знаю! Приготовиться! Мы посреди океана! Какое тебе подкрепление, идиот? Вперед! Вперед! Кажется, они внутри. Виктор! Саша! Хм, что это со светом? Виктор, электричество отрубили. Вас понял. Выхожу на позицию. Знаю! Противник приближается! Нет, ты их переоцениваешь. Оставайся на месте и охраняй пленника. Саша, ты там? Саша! Что, черт возьми, происходит? Где ты? Где сейчас противник? Нам покинуть территорию? Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Что за помойка? Не надо разыгрывать из себя идиота. Мы знаем, ты их где-то прячешь. Там у тебя англичане, так? Неважно. С тобой только время тратить. Они там, у дома! Вижу врага! Они в поле! Там, у бухты! Они в поле! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Прячем? Кого? О чем вы вообще? Англичане? Эта деревня послужит всем вам примером! Все вы помогали и способствовали преступлениям коррумпированных властей! Из-за таких, как вы, наш великий народ ослабел! А сейчас вы будете пожинать плоды своего предательства! Готовься! Целься! Огонь! Убить их! Убить их всех! Сдохни, предатель! Казните их немедленно! Слушай, Серега, какого черта мы вообще по этим полям бродим? И зачем мы патрулируем? Да здесь в радиусе 120 километров ни одной живой души, одна пустыня. Шестой, у нас проблема в деревне. Думаю, тебе стоит на это взглянуть. Вас понял, второй, мы идем. Вторая группа что-то обнаружила в деревне. Идем. Что? А? Стойте. Чужой! Убить его! Черт, снайпер! Снайпер! Открыть огонь! Что-то здесь не так. Могу поклясться, я что-то видел. Что-то здесь неладное творится. Будь начеку. Кажется, я что-то видел. Наверняка ничего страшного. Расслабься. Ой, ты слишком нервничаешь. Я ничего не видел. Ты просто устал. Какого черта? Снайпер! Вижу врага! Противник в камуфляже! Черт! На нашей позиции враг! Человека убили! Всем быть начеку! Здесь враг! Я нашел труп! Где-то здесь противник! Вот черт, он мертв! Человека убили! Человека убили! Что это было, черт возьми? Это что, взрыв? Что-то только что взорвалось? Никто не ранен! Все в порядке? Эй, Дим! Кажется, там что-то было в поле! Сходи, посмотри! Ничего здесь нет! Все чисто! Передай сигареты. Юрий! Юр, очнись! Твой ход!
Толян поднял ставку на 2 бакса. Слишком много? Да нам Захаев за это дело в 2 раза больше платит. Деньги-то легкие. Никакой опасности, никаких перестрелок. Здесь вообще никого нет, черт возьми. Это ж зона ядерной катастрофы. Скорее от рака сдохнешь, чем пулю тут схватишь. Эти украинцы ни на что не способны. Получили по заслугам. Будь у них хоть какой-то боевой опыт, пристрелили бы тех собак, да и дело с концом. $5. Открываешься или будешь поднимать? Или пасуешь, как слабак последний? У меня пара валетов. Повезло, ублюдку. Хотя, с другой стороны, я ведь тебе твои же деньги отдаю. Черт! Поверить не могу, что с таким раскладом проиграл. Отдай ему его деньги. Он честно у меня выиграл. Грузовики должны быть готовы к отъезду к 2 часам. Вертолет приближается! Он ждет сигнала! На посадочной зоне все чисто! Да, пусть садится! Здесь все чисто! Эй, ты, проверь лес на востоке. Нечего тут этим собакам ошиваться. Я в Киеве батарейки менял, так что не беспокойся. Насколько я понимаю, радиация становится сильнее, чем дальше удаляешься от Чернобыля. Не веришь и не надо! Просто следи, чтобы эти чертовы собаки сюда не приближались! Что случилось? Украинский спецназ? Это решать Захаеву. Наша задача — охранять грузовики и перебросить их к ядерному реактору, как только получим сигнал. Пора с ним что-то делать, никчемный ублюдок. Терпеть не могу в карауле стоять. Ноги болят постоянно. Мы не бродим, мы патрулируем, идиот. Слушай, Захаев нам хорошо платит именно за то, чтобы мы патрулировали этот район. Так что заткнись ради собственного же блага. Хочет он быть параноиком, его дело, пусть будет. А? Хм. Какого черта? Снайпер! Огонь! Что-то здесь неладно. Я уверен, что что-то видел. Что-то здесь творится неладно. Всем быть начеку. Кажется, я что-то видел. Наверное, ошибся просто. Расслабься. Ой, ты слишком нервничаешь. Я ничего не видел, ты просто устал. Какого черта? Снайпер! Вижу врага! Противник в камуфляже! Черт! На нашей позиции враг! Человека убили! Всем быть начеку! Здесь враг! Я нашел труп! Где-то здесь противник! Вот черт! Он мертв! Здесь труп! Труп! Что это было, черт возьми? Это что, взрыв? Что-то только что взорвалось! Никто не ранен! Все в порядке! Так точно! Чья очередь? Никто здесь диких собак не видел? Говорят, у украинцев пара человек пропала сегодня ночью у бассейна. Идиот! И кого ты хотел напугать своими валетами? Открываюсь! Да, вот заплатят мне за все это дело, куплю мотоцикл. Вот я тут в волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится псу под хвост. Почему бы и нет? Да, что-то в этом есть. Ясно. Да, ясно. Есть. Будет сделано. Нет, никого там нет. Я тебе скажу, если что случится. Хм, хороший вопрос. Африка или Европа? Что? Дмитрий, смена караула. Ты должен был быть здесь 15 минут назад, где тебя черти носят. Дмитрий, отвечай. Николай. Дмитрий не отвечает, должно быть, рация сломалась. Пошли кого-нибудь проверить, в чем дело. Когда уже Андрей поесть принесет? Давайте побыстрее с этим кончать. Трупы уже раздуваться начинают. Да, товарищ, от винта! Ты уверен, что эти дозиметры работают? Мне лишнее облучение ни к чему. Не верю ни капельки. Ладно, некоторых из наших убили. Похоже, действовали профессионалы. Может быть, и спецназ. Кто-то из врагов Захаева. Мне надо отлить. Вернусь через минуту. Какая скукотища. В русскую рулетку, что ли, сыграть? Наверное, ошибся. Должно быть, просто ветер. Или галлюцинации начались. А? Хм, а? Снайпер! Слишком дорого, я пас.
Из-за радиации дикие собаки стали сильнее и злобнее. Не стоит их недооценивать. Какая у нас ставка? Ха-ха-ха, посмотрим, что у тебя. 20 баксов утверждают, что ты блефуешь. 3 короля. Отличная игра, товарищ. Выпей. Посмотрим. Раздавай. Поднимаю. Я пас. Черт! Ну и тяжелая же штука. Не знаю, надеюсь, скоро. Помираю с голоду. Даже не завтракал сегодня. Идиоты. Надо было принимать предложение Захаева. Я только что получил сообщение от группы разведки. Кажется, у нас проблема. Отменить сделку с украинцами? Когда же вахта кончится? Хорошо, хоть Захаев нормально платит за эту скукотищу. Надеюсь, дождя не будет. Я плащ забыл. Беглецы у бассейна! Направить к ним группы А и Б! Немедленно! Они направляются к парку! Запрашиваем подкрепление в третий сектор! У гостиницы Полисся замечен враг! Повторяю, у гостиницы замечены вражеские солдаты! Они зашли в дом Д, мы за ними последовать не можем! Перекрыть все выходы и остановить их в парке! В квадрате вражеские снайперы! Они скрываются в зданиях! Найти их! Пятая группа! Обыскать район у бассейна! Шестая группа! Обыскать здание к югу от города! Скорее всего, они направляются в северную часть города! Направьте еще 2 группы, чтобы перекрыть лес на севере! Вражеские снайперы были замечены во дворах между зданиями! Вперед! Вперед! Сдавайтесь немедленно, и вас оставят в живых! Учитывая обстоятельства, думаю, вы сделаете правильный выбор! Бросайте оружие и сдавайтесь! Никто не причинит вам вреда, если сдадитесь добровольно! Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне! Вы окружены! Бежать вам некуда! Сдавайтесь, и вас пощадят! Что это было, черт возьми? Нет! Я не могу двигаться! Где мои ноги? Кто-нибудь на помощь! Должно быть, они где-то на холме, но я их не вижу! Окружай ублюдков! Обходи их с запада! Врача! Да их там не меньше 2 взводов! Вы это слышали? Мы попали под обстрел! Требуется подкрепление! Давай дымовую завесу! Бросай дымовые гранаты! Какого черта? На помощь! Помогите, я ранен! Откуда, черт возьми, они стреляют? Подкрепление уже в пути! Я ранена! Врача! Врача! Бумаги? О каких бумагах идет речь? Ты кто такой, твою мать? Канцелярская крыса требует тут еще чего-то. Чего ты ждешь? Открывай ворота, идиот, твою мать! Бумаги, пожалуйста. Да, прошу прощения. Займусь этим немедленно. 4-я группа. Остальных нашли? У этого при себе была взрывчатка. Должны быть остальные. 4-я группа, отвечайте. Где остальные? Знаешь, товарищ, Женевские конвенции – вещь хорошая. В теории только. Так что побереги нервы и просто ответь на мои вопросы, хорошо? И сколько этих остальных? Кто твой командир? Юр, где ножовка? Твою мать, если бы ножовка была у меня, я бы тебя не спрашивал, где она, придурок! Я думал, она у тебя.